можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить. С этим временем быть, жить, 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 жить. Как научиться в мире жить? Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить, жить. Научиться просто жить, с людьми родными рядом быть, вместе мечтать, вместе любить и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди? Надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Нашим детям здесь еще жить, 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 жить. Счастье по небу кружить, и вновь поднимется заря. Сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя
себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс. Диплом МГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Просто жить.